Я вас приветствую, друзья! Сегодня посмотрим на новинку от партнера Xiaomi, компании Yeelight, известной своими решениями в области домашнего освещения. Это беспроводная зарядка, совмещенная с чем бы вы думали? Да, ночником. В картонной белой коробке находится платформа беспроводной зарядки, ночничок, метровый зарядный кабель microUSB и гармошка-инструкция на китайском языке. Беспроводная зарядка представляет собой продолговатый плоский модуль из пластика белого цвета. В основании по центру кратко указаны технические параметры устройства. У краев находятся противоскользящие полукруглые накладки. На одном из торцов расположен единственный разъем microUSB для подключения кабеля питания. Поверхность самой зарядки ровная и гладкая, за исключением круглого углубления для установки ночника. В центре этой выемки торчат три контакта для его зарядки. Вся остальная часть платформы предназначена исключительно для размещения на ней телефона и его зарядки соответственно. Индукционная катушка находится в районе нарисованного лога Yeelight. И если телефон чуть-чуть сместить в сторону от него, зарядка тут же прекратится. Допустимое расстояние от телефона до платформы 4 мм, чехлы можно использовать. Как и у большинства подобных зарядок, здесь есть защита от перегрева и автоматическое отключение питания, если вдруг на площадку случайно попадет какая-нибудь металлическая помеха. Зарядное устройство от Yeelight поддерживает быструю зарядку, естественно, при использовании соответствующего адаптера, которого в комплекте, конечно же, нет, иначе она и стоила бы раза в два дороже, я думаю. Поэтому производитель советует использовать комплектный адаптер от телефона. Во время подключения зарядки к питанию, один из двух индикаторов, размещенных у края, постоянно горит зеленым цветом. Второй же горит синим и только во время подзарядки телефона. При срабатывании защиты он начнет мигать. Вторая часть устройства, как мы уже знаем, это небольшой конусообразный светодиодный ночник. В нижней его части размещен выключатель, он же переключатель режима с холодного белого на теплый желтый. В режиме холодного света полного заряда ночника хватает на 11 часов работы, в теплом режиме на 24. К сожалению, никакой информации о емкости встроенного аккумулятора мне найти не удалось. Сам светильник заряжается за 4 часа, индикатор над выключателем в это время будет гореть красным. В основании ночника спрятаны магниты, благодаря которым он легко устанавливается на контакты зарядной площадки, а также отлично крепится на всевозможные металлические поверхности, например, холодильник или системник. Мне сейчас очень сложно придумать, где еще себя могут применить ребята из Yeelight, но у них, видимо, с идеями проблем точно нет, и эта зарядка тому подтверждение. Устройство вышло стильным, недорогим и с очень неплохими характеристиками за такую цену. Отличный вариант на компьютерный стол, например. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете об этой новинке, а также не забывайте подписываться на канал. И обязательно ставьте лайки. Вам не жалко, мне приятно. Всем пока, всех обнял.